Ну что ж, снова здравствуйте. И сейчас мы будем смотреть, в принципе, рекомендации, которые мне прислали уже довольно давно. Но это я, поэтому у меня все происходит очень медленно. И да, главное, что я до этого дошла. Вот. И первое, что мы смотрим, клип 17, я так понимаю, не самый новый, я не видела там, когда он вышел, но есть комментарий 2 года назад. Следовательно, видимо, это вышло как минимум 2 года назад, а может быть и еще раньше. И это японский релиз, и, в общем-то, это все. Так что давайте просто посмотрим, что у нас тут с качеством. Вроде бы ничего, нормально. Субтитров, скорее всего, не будет, потому что в японских обычно нет субтитров. Создано автоматически, что-то я не верю, поэтому не буду включать. Вау, какая красота! Боже, что за красота? Подождите, это то, о чем я думаю? Подождите, пожалуйста, здесь. Я сейчас приду, я извиняюсь, что вы видите мои голые коленки. Подождите, я сейчас, я кое-что должна показать. Подождите, я очень извиняюсь. Интересно, я все еще в кадре. Короче, недавно я ходила на встречу обмена карточками. Я вообще новичок в вопросе карточек. Я вообще хорошо, что я не покупала их до настоящего времени, потому что это жесть, сколько денег тратится на эту фигню. И вроде бы фигню, а вроде бы и не фигню. Но я, в общем-то, очень быстро пристрастилась и стала себе покупать карточки, пока у меня не закончились все деньги. Теперь жду, пока снова появится. Но суть в том, что на последней встрече я просто взяла и рандомно купила себе вот это. Вот, вы видите это? Подождите, сейчас я посмотрю, видите ли вы это. Вот. Вы видите это? Вот. Сейчас вы это видите. Это Джун, да? Да, не так ли? Я их пыталась выучить. И мне он очень нравится, как минимум внешне. Я пока что еще мало знаю о том, что они вообще, как они, кто они в группе, какую позицию они занимают, какая у них вообще история у каждого участника. Но мне просто очень понравилась эта карточка, она была красивая, и я решила заранее ее купить еще до того, как я официально застеню 17, и мне просто эти красные волосы очень напомнили этот клип, возможно, это даже из этой же эры, поэтому это просто прикольно, и я решила, что я обязательно должна об этом сказать. Вау! Вау! Это уже звучит потрясающе, только почему-то у меня очень мало звука, я усилю себе это все. Визуально просто прекрасно. Это звучит потрясающе, что за супер красивая песня. Как может, я смогу прочитать название? Нет, тяжело. Я не знаю канди. Falling, 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 falling.
просто какая-то потрясающая эстетическое удовольствие, просто, просто на высочайшем уровне, просто потрясающе. Я вообще заметила, я буквально смотрела у них пока что, получается, 2-3 клипа максимум, и они все очень красивые, прямо очень красивые, и песни у них тоже хорошие, поэтому я думаю, я уже в двух шагах от того, чтобы их застенить, может быть, с небольшим опозданием, потому что они уже давным-давно в индустрии, но лучше поздно, чем никогда. И у каждого участника голос очень своеобразный и очень красивый. Я просто заплакать хочется от того, насколько красиво выглядит этот клип. Мне просто плохо от того, насколько он красивый. И я не про Джуна, я про клип. Но он, в частности, производит на меня некоторый эффект. Потрясающий голос. Fallen Flower песня называется. В общем-то, я знаю, что хана это цветок на японском. Я слышала, что они поют об этом. Они поют Watashiwa Hana. Я так понимаю, это означает, что я цветок. И там было еще что-то про дом, что-то про наш дом, еще про какое-то место, где они вроде как себя чувствуют счастливо, но я не уверена. Это чисто мои подозрения. Ну, знаете, все люди, которые когда-то смотрели аниме в своем прошлом или в настоящем, или в будущем, ну ладно, в основном в прошлом, знаете, иногда включается какой-то русско-японский переводчик, и он просто есть, понимаете? Вы просто некоторые слова понимаете, вы ничего не можете с этим сделать. Но это не означает, что вы можете сложить эти слова в целое предложение. Я абсолютно точно смотрю это еще раз, потому что это просто какое-то произведение искусства. Песня очень красивая, клип очень красивый, и в самом внутри красивого клипа очень красивые мальчики. Просто мурашки по коже.
Блин, я чувствую, что у этой песни очень красивый текст, помимо всего прочего, но здесь нет перевода, поэтому я посмотрю его потом. Просто не хочу сейчас тратить на это время, но я просто ловлю отдельные японские слова, и они красивые. И я знаю, что у них и перевод тоже красивый, но сложить это в предложение я ни в коем случае не могу, потому что я бросила уроки японского еще 10 лет назад. 君へと苗を散ってくよ今すぐ会いたいいつかきっと君が僕の心 Вот, кими, но боку, но коко. Кими — это ты, но — это типа твое, и боку — это типа я, и коко — это здесь, значит, твое и мое здесь, значит, наше место. Правильно или нет? Скажите мне, люди. Мне важно это знать. Кирейна хана, красивый цветок. Ребята, я помню японский. И не важно, что это отдельные слова. Я должна себя хвалить даже за всякие мелочи, потому что так жить веселее. Кто вот это вот? Я не помню его имя. Я у многих не помню имена, но мне кажется, я его запомню после того, как вы мне скажете. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот этот, наверное, Минхао, да? Вот который был такой весь из себя с красными волосами, да? Вход. Потому что... Он красиво танцует, и там он тоже красиво танцевал. Мне кажется, у меня именно в Seventeen, у меня вообще никогда такого не было. Но мне кажется, у меня какое-то именно там особое влечение к участникам и именно китайцам, потому что я прямо чувствую, как именно в Seventeen у меня какое-то, да. Не, это ничего не значит, но просто мне кажется, это вообще впервые, когда мне кажется, что у меня будет BS-лайн именно представителей, так сказать, китайцев. Вот. Это прикольно, потому что... Ну просто прикольно, просто факт, так сказать. Вообще, в какие группы? Вообще, есть группы, которые я раньше знала, где есть участники из Китая, например, EXO, но в EXO мой BS Baekhyun, поэтому не считается. В Twice... В Twice, в принципе, у меня нет BS-а, но, наверное, мой BS все-таки, если уж выбирать, то это Мина, Мина японка. Так что, опять-таки, нет. Да, я думаю, что у меня никогда не было BS-ов из Китая, а здесь они очень сильно напрашиваются. Так что меня можно поздравить, но я пока что еще не прямо выбрала BS-ов. Неважно, что у меня есть карточка, это еще ничего не значит. Но я чувствую, что меня так немножко тянет в ту сторону. Ладно, не успела сказать. Какой-то немножко грустный есть отголосок у этой песни.
Возможно, что-то там в прошлом произошло, о чем они рассказывают, но я не уверена, потому что перевода нет. Ну, это прям было очень классно. Подожди, пожалуйста, я тебя очень люблю, но не сейчас. Ну, Усон. Я не смогла это остановить. Между прочим, я очень полюбила этот альбом. Прямо очень сильно его полюбила. Я его слушаю на повтор буквально каждый день. Буквально каждый день слушаю на повтор весь альбом. Это многое значит, но мы сейчас не об этом. Как мне вернуться назад? Помогите, помогите. Так, сейчас. Все нормально. Я умею пользоваться Ютьюбом. Вот. В общем, что я могу сказать? Восхитительно, потрясающее произведение искусства. Я буду это слушать, пересматривать. Просто кто это создал, все, кто над этим работал, большие молодцы, потому что я действительно получила огромное удовольствие от просмотра этого клипа и от прослушивания песни. Большое спасибо за рекомендацию. Я не думаю, что я бы на это наткнулась сама, по крайней мере, не в ближайшее время. Поэтому большое спасибо. И так как я очень много болтаю, я, наверное, все-таки каждое видео буду снимать отдельную реакцию. Неважно, что я заспамлю свой канал Seventeen. Как-нибудь переживем мы эту ситуацию. Так что да, до следующего видео.